У нас такая традиция, мы... Давай неси сюда зверя. Еще раз, как зовут? Доня. Доня. Вот это Доня, мы... Девочка Доня. Да, мы найдем ей хозяина или хозяйку. Надо вот. Обязательно, угу. Донечка. Красивая девочка. У вас, кстати, были когда-нибудь домашние животные? У меня были кошки, да. Кошки? А теперь я переключился на собачек. Это вдруг? Почему так? Ну, потому что так. А мотивация какая? Мотивация. Люблю собак больше. Я тоже люблю собак. Какая кошка была? В детстве были кошки, нет? Был такой, как он такой, пушистый весь, я забыл. Но красивый. Мейкуны, вот эти всякие вот огромные, да? Вот. Но у меня мейкунов не было, слава, но у соседки... Есть мейкун, она еще ему второго взяла. Молодец. Теперь они не знают, что там делают. Мальчик и девочка. А у меня был сначала бишон фризе маленький. Вот, и, а сейчас у меня мальтийский. Очень. Называет. Тот был Боня, а этот Беня. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».